Отож, ми спілкуємося знову зі зміною часових поясів ввечері за бразильським часом, не знаю, глупої ночі чи глупого ранку за київським часом. Ми з Віталієм Дубровою, тренером українських дзюдоїстів. Інформаційний привід – це жеребкування, яке відбулося. Пане Віталію, доброго вам вечора, нам ранку. І я вас попрошу першим ділом прокоментувати, відбулося жеребкування. Достатньо, ну, ясно, що не буває легкого життя на Олімпійських іграх, але от наскільки взагалі жеребкування могло бути кращим або гіршим для всіх ваших підопічних? Доброе утро всем. У нас добрый вечер, на Украине доброе утро. Ну, в принципе, сегодня прошла жеребьевка, скажем так, первый наш рабочий день здесь, в Рио. В принципе, все нормально. Могло быть немножко лучше, могло быть немножко хуже. Ну, опять же, Олимпийские игры такие соревнования, что не стоит выбирать там слабых соперников. В любом случае, чтобы завоевать медаль, нужно будет выигрывать у всех. Но в целом, в принципе, у наших лидеров, это касается Георгия Зантарая, Якова Хаму, в принципе, жеребьевка нормальная. До стадии четвертьфинала они избежали встреч с такими, ну, там, скажем так, титулованными соперниками, а, конечно, дальше уже на стадии четвертьфинала, то есть уже ожидают тяжелые схватки. И в женской команде, в принципе, у всех девочек нормальная жеребьевка, ну, не, скажем так, не суперлегкая, но и не суперсложная. Угу. Немножко не повезло Киджау Ньябали, потому что уже в первом круге он встретится с серебряным призером Олимпиады, с чемпионом мира кубинцем Гонсалесом. Угу. Единственный момент, который, то есть так, не совсем приятный, но, в принципе, и с Гонсалесом бороться можно, потому что он на кубе с ним на гран-при боролся, там виігрував, в самому кінці схватки програв тільки. Якщо можна, можливо, про Гео і про Яшу Хамо детальніше, там які ключові люди, з якими, ну, от, якщо можливо, були якісь очні протистояння, такі напруження, що згадаєте? Фу, расскажу все по порядку. Значит, да. Георгий в первом круге встретится с португальцем Олейником, это бывший молдаванин. Встречались они до этого 4 раза, 3 выигрывал Георгий, но последнюю встречу в декабре на Гранд-слэме в Токио Георгий проиграл. Ну, скажем так, он тогда не был в самых своих лучших кондициях. Mm-hmm. Ну, непростой соперник молдаванин, но тоже спортсмен возрастной, 85-го года рождения, уже 31 год. Ну, как бы, я надеюсь, что Гео пройдет. Дальше вторая схватка будет легче, там доминиканец Матео. Боролся он с ним на чемпионате мира в 2013-м, не очень сложный соперник. А в четвертьфинале, конечно, будет уже соперник серьезный. Если, дай бог, все сложится успешно, mm-hmm. это будет или же Эбинума, японец, трехкратный чемпион мира и призер Олимпиады в Лондоне, или же Чибана, бразилец, хозяин татами. Они между собой уже встречаются в первом круге, Чибана с Эбинумой. То есть, скажем mm-hmm. так, шансы расцениваю, несмотря на то, что Эбинума титулованный соперник, но шансы расцениваю 50-50. Но в целом считаю, что жеребьевка у Гео тоже нормальная, потому что ему удалось избежать, ну, были тут и грузин Марвилашвили, чемпион Европы, мог попасться, угу. и, например, тот же британец Оац, Шершень, Беларусь. Было несколько соперников, которые не попадали в зону посева и могли попасться сразу в первой и второй схватке, то есть могли попасться, удалось их избежать. В принципе, считаю, что нормально, все по силам. Есть, как бы, надеюсь, что кондиция у Георгия сейчас достаточно хорошая, что бороться за медаль. В верхней части сетки там у нас чемпион мира кореец Ан и Сабиров, призер от 2 Олимпиад, mm-hmm. чемпион мира бывший, то есть и белорус Шершень, они будут в первом круге Сабиров с Шершнем бороться, а сверху Ан. То есть, ну, немножко тоже неравномерная на самом деле жеребьевка, потому что в левой половине сетки оказалось 3 бывших чемпиона мира, это Эбинума, Ан и Зантарая. Та часть немножко слабее, но все равно, скажем так, это не есть как бы оправдание, mm-hmm. все-таки Олимпиада, нужно выигрывать всех. У Яши Хамо, в принципе, жеребьевка нормальная тоже, то, учитывая, что 8 человек разбрасывали, француз Ринер может попасть только в финале, японец Харасава только в полуфинале. Нормально. То есть, да, первый круг соперник из Бурундии должен не представить никаких сложностей. Угу. Дальше второй круг там борется, ждет, будет пара Брайтбарт немец против Краковецкого угу. из Киргизстана. Тоже, в принципе, соперники по силам. С Краковецким раньше не встречался, с Брайбертом боролся 3, все 3 выиграл. И в четвертьфинале кто-то, скорее всего, будет или румын Натя, или Тангриев узбек. Mm-hmm. Тоже с каждым из них по 2 боролся, оба раза выиграл. Ну, mm-hmm. ну, как бы тоже хорошо, выиграет Натя неплохо, выйдет Тангриев. Тоже Тангриев в 35 лет, спортсмен возрастной. Для, если даже он пройдет, это будет 3 схватка. То есть Тангриев опасен в первой и второй схватке. Дальше, когда уже время отдыха между схватками небольшое, он такой опасности не представляет. Ну и в полуфинале, конечно, если все хорошо, там, скорее всего, будет Харасава, японец. Но в первом круге сразу встречаются Харасава с грузином Акруашвили. Я думаю, кто эту схватку выиграет, тот потом и дойдет до полуфинала. Ну, в принципе же, что все нормально, нужно бороться. Mm-hmm. Повторюсь, что у Ньябали Кинджау первая схватка кубинец Гонсалес, призер чемпионата, этот призер Олимпиады, чемпион мира 2013. И у Артема Блошенко, в принципе, тоже жеребьевка нормальная. Mm-hmm. Первый круг узбек Курбонов, потом пакистанец, и дальше за выход в восьмерку или швед Пачек, или кореец Чо
тоже соперники, скажем так, ну, по силам ему. Угу. У девочек тоже жеребьевки, в принципе, нормальные. Черняк первую схватку с израильтянкой Ришонди, ждет венгерка Черновицкий, призерка Олимпиады. Как бы, ну, для того, чтобы угу. попасть в восьмерку, нужно будет побеждать ее, угу. если удастся. И у турк Славенко Виленцек, призерка двух чемпионатов мира, но на последнем сборе в Испании Виленцек получила травму. И там, скажем так, угу. уверен, что она не находится в самых лучших кондициях. И я думаю, что Вика ее и здоровую побеждала. Я думаю, что и сейчас по силам ей выиграть. Ну, скажем, еще у Светы Еремки тоже вроде бы жеребьевка легкая. Голландка Савел Кулс может показаться несложным соперником, но на самом деле последний их поединок на Гранд-слэме в Париже завершился победой голландки. И голландка очень легко Свету победила, переиграла тактически, еще и бросила на япон в конце. То есть поэтому, скажем так, ну, нельзя недооценивать ее. Несмотря на то, что до этого 3 или 4 раза Света выигрывала, голландцы очень сильны тактически. Угу. И здесь могут уже подготовиться, как бы, ну, скажем, шансы расценивают 50 на 50. Угу. Ви говорили про те, що буде можливий, можливо, виведе сітка турнірна Георгія Зантарая на представника команди господарів. І ви про також розказували нам уже і знаємо, в принципі, про те, що в Бразилії дзюдо один із таких найпопулярніших видів спорту, один із найбільш поширений, в принципі, всюди поширений, але в Бразилії по-особливому. От розкажіть, який взагалі статус у Бразилії? Ну, я розумію, що це не футбол, але наскільки, от, знаєте, його дивляться, ходять, і наскільки, відповідне питання, цей фактор може впливати на рішення людей на татамі, рефері? Ну, первый момент, что дзюдо на самом деле в Бразилии очень популярно. У нас чемпионаты мира в Рио-де-Жанейро были в 2007 и в 2013 году. И оба раза, в принципе, трибуны были практически заполнены. Зрителей было очень mm-hmm. много, очень горячо они поддерживали свою команду. Уверен, что на Олимпиаде будет ситуация, ну, если не аналогичная, то, наверное, даже еще больше. Mm-hmm. Плюс дзюдо, все-таки, правда, на самом деле, один из популярных видов спорта. Например, в Лондоне бразильцы завоевали 5 медалей в дзюдо. Mm-hmm. Mm-hmm. И здесь, насколько я понимаю, тоже на дзюдо ставки очень большие. Mm-hmm. Скажем так, после жеребьевки, когда мы вышли, то на бразильских тренеров, ну, наверное, там камер 10 налетело, камер там журналистов, то есть все это там обсуждали. То есть я думаю, что и команда у бразильцев очень сильная. У них и Сильва в тяжелом весе, призер прошлой Олимпиады, mm-hmm. и тот же Пенальбер, Бразилия, чемпион мира 81, и в 90 Камила, призер Олимпиады. То есть, ну, в принципе, в каждой весовой категории бразильцы достаточно конкурентоспособны. И тот же Чибана, который в 66 килограмм, он на чемпионате мира 2013 года был пятым в Рио-де-Жанейро. Он проиграл только за бронзу. Тогда Георгий mm-hmm. стал третьим и очень mm-hmm. хорошо дома боролся. То есть, поэтому я же говорю, что, опять же, и здесь, в принципе, могут пересечься. Если Чибана в первом круге выиграет Ибинума японцев, то в четвертьфинале они могут mm-hmm. встретиться с Георгием. Ну и думаю, что и родные стены будут помогать. И фактор судейства тоже не стоит. Ну, в принципе, дзюдо на всех Олимпиадах, как и то, что на моей памяти хозяевам достаточно, ну, достаточно хорошо помогали. Mm-hmm. Ну і тепер пару таких питань, знаєте, яка атмосфера, який настрій і настрій, коли ми спілкувалися з Георгієм і з вами от пару днів тому, це була одна історія, зараз ви знаєте суперників, наскільки це змінює, не знаю, ваш особистий настрій, у хлопців і у дівчат настрій і настрій, от всі день. Ну, на самом деле, настроение положительное, ребята все как бы на таком хорошем позитиве, на самом деле ощущается, что это Олимпиада, все, то есть, ну, бодрое, тем более, что еще у нас 1 числа приехала вторая часть нашей команды, уже все вместе, мы по утрам все вместе mm-hmm. тренируемся, здесь, ну, настроение хорошее, говорю, что настрой боевой, но сегодня, вот, например, с утра уже, когда, вот, допустим, в зале мы тренировались, ощущаю такое легкое напряжение сейчас, потому что, во-первых, в зале было уже очень много команд, mm-hmm. и такое, скажем так, какие-то взгляды такие, все это уже, ну, mm-hmm. Наверное, вот сегодня первый день, когда мы вот ощутили, что это уже действительно сегодня вот начали соревнования сегодня уже. Mm-hmm. Потому что завтра у нас уже будет первое взвешивание легких весов, и дальше уже все какое-то. Если до этого была такая атмосфера непринужденная, легкая, то сегодня уже даже в разминочном зале, скажем так, немножко как совсем, ну как, не то, что накаленная атмосфера, но такой уже, искра уже зажать жизнь не могла. То есть, ну, в принципе, я говорю, что ребята все настроение боевое, слава богу, все живы, здоровы. То есть, ну, тут все хорошо, уже ждем соревнований, готовы mm-hmm. побеждать и хотим побеждать. Mm-hmm. Чи можете ви зараз говорити до зважування, кому потрібно ганяти вагу? Чи ця інформація закрита? Нет, информация не закрытая. На самом деле в мужской команде на этих Олимпийских играх у нас таких, скажем так, таких проблем нету, как было в Лондоне, что у нас больше, чем полкоманды гоняло вес. В принципе, mm-hmm. у Георгия вес нормальный. Сегодня там после тренировки у него 67 и чуть-чуть. Mm-hmm. Это как, ну, нормальный вес, нужно 66. У Артема Блошенко и у Кинжала по 3-4 килограмма лишних, но учитывая, что им бороться еще, то есть, ну,
как бы они спокойно кушают, не придерживают. Самая у нас проблемная — это Марина Черняк, но на сегодня у нее всего лишь 600 грамм лишних, завтра взвешивание, то есть тут как бы полденечка потерпеть надо, может быть, не покушать, легонько потренироваться. И, ну, скажем так, в Рио у нас этой проблемы не стоит, как она стояла в Лондоне, когда был Зантарая, Дреба, Сорока, Гонтюк, это все там по 7-8 килограмм гоняли, то есть было намного сложнее. Сейчас как бы эта проблема немножечко отпала у нас. Да, я бачу. Думаю, что... Да-да-да. Думаю, что здесь уже как бы больше фактор психологический больше будет играть роль. Я бачу, що ви стоїте десь туди, ви на балконі на тлі Олімпійського селища. І скажіть, як взагалі от, багато було розмов про там гарячу воду і всякі такі організаційні недоробки. Яка взагалі зараз ситуація? Чи все повиправляли, чи все добре там? Селище. Ну, в принципе, у нас, скажем так, не все добре, но намного ситуация лучше, потому что мы заехали одним из первых, деревня открылась 24 числа, мы заехали 26-го, естественно, было куча неполадок. Сейчас, если, не дай бог, что-то сломается, бразильцы бегут сразу тут, и умывальник чинят, и горячая вода, слава богу, есть, и интернет работает практически все время. Да, в столовой сейчас много людей, потому что уже много команд заехало, все виды спорта есть. Ну, в целом, как бы, атмосфера олимпийская, как вот то же самое было в Лондоне, там, как бы, свои недостатки, свои плюсы, но в целом, знаете, как Олимпиада все-таки ощущается, что это большой праздник для спортсменов, для тренеров, то есть на, там, скажем так, если не совсем горячая вода или интернет там час нету, то это не те проблемы, не то, что, на что нужно обращать внимание. Тем более, завтра уже открытие соревнований, у нас и Марина Черняк, и Гео не пойдут, а все остальные спортсмены пойдут на открытие, все-таки это тоже, как, ну, я считаю, что своеобразный праздник для спортсменов. Не так много у наших спортсменов и тренеров праздников, на которых они могут, скажем так, показать себя. А вы так уж пидете? Да, пойдем, конечно, потому скажу, что мы тут 20 немножко уже не то, что скучно, но такой распорядок дня достаточно примитивный. Спим, кушаем, тренируемся, то есть не там, гуляя внутри деревни, тут уже все разведали, что в деревне, что возле деревни, какие развлечения. Поэтому, скажем, там выезжали, да, один раз в город выезжали, нужна какая-то тоже, ну, даже встряска легкая, чтобы сменить обстановку, чтобы там где-то не нервничать, не засиживаться. То есть такой легкий выброс адреналина, думаю, что ребятам не помешает. Естественно, что Марина Черняк и Георгий, которые борются в первый, второй день, они останутся в деревне, будут смотреть по телевизору, или даже, может быть, просто не будут смотреть, будут отдыхать. Пане Віталію, дякую вам дуже за інтерв'ю. Вам на добраніч. Ми будемо продовжувати нашу вже роботу денну. Ну і будемо видивлятися вас на церемонії відкриття. Махайте нам руками, а ми будемо звідси вам махати. Спасибо большое. Болейте за нас. Дякую вам. Привет. Щасливо. Да. Всего доброго. До побачення.